Хейо, гайс, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Frozen Night. Frozen Night. А чё так? Третья ночь как-то... Минуту прошло только. Только минута прошла, почему? One, two, three, four. Четвертая ночь. Надеюсь, тоже минутная будет ночь. Может, что-то сломалось. Открывается дверь, и я сразу закрою дверь. Окей. Ну что, давайте смотреть, какие тут снеговики. Стильный снеговик. У нас есть стильный снеговик. А, веселый снеговик. Дружелюбный снеговик. И агрессивный снеговик. У нас есть три снеговика. Что за снеговик был? Попрыгунчик. Ну а чё заканчиваемся быстрее? Не, ну смотрите, у нас уже... Это... Я понял. Снеговик весельчак это был. Веселый весельчак снеговик. Ну, у нас третья ночь такая быстрая была. В предыдущей... В этой серии, да. Ну, я понял, что сейчас уже будет все сложнее. Все будет... Все... Да, что-то они как-то начали быстро очень двигаться. А еще даже минуты не прошло. Раз, два, три, четыре. Четыре деления у меня только. Угу. Как-то они часто залазить начали. Слишком часто. Вы шар забыли.
Я не знаю, почему они сразу не тают, почему он ко мне еще ползет в какой-то промежуток времени. А, это ветка, короче, в стекло бьет. Только 2:35 прошло. Слишком темно стало. Впускай, ну так дальше будет, пожалуйста. Сука, тупые звуки. Вот этот слишком быстрый. Ох ты ж ё-моё. Так, половина осталась у меня этого. Мяч упал. Плевать. Так, у нас еще машинка не ездила. В смысле? Я его растопил. Что за... Что за бредятина? Я его растопил. Пусть снеговик. Ну что, какие, какой он... Какое у меня может быть сейчас отношение к этому, если... Блин. По сути, я его уничтожил, я даже слышал, как он таял, но нет, он на меня напал уже. Может, мне нужно фонариком целиться? Не знаю.
Дверь главное закрывать по ходу туда. Вот сейчас, в принципе, такой же был... Такой же момент, как и тогда. То есть звук-то не есть, но он еще идет на меня. Ладно, просто не спешим. Я просто думаю, почему третья ночь такая была короткая, в минуту с чем-то, а дальше так все непонятно. Сейчас у нас еще буря будет. Я ж тогда сдох после бури, да? Где моя буря? Мы пережили бурю тогда. Значит, оттуда полезет. Маша, в принципе, вот так стоять. Вот так вот и смотреть, кто лезет. В принципе, ладно, более-менее нормально. Выносимо. Закрыть дверь, не закрывать. А, у меня там медведь, если что. Все. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Пятая ночь. Ну, уже с первых секунд на меня напали. Найс. Окей.
Так, там какой-то снеговик с пальцем ауф. О, смотрите, снеговики стали немного разукрашены. Вот видите, он их украшает, разукрашивает. Джиндл Белл. Я вот этот-то не услышал, как вообще звук происходит? Один раз у кого это. Или подождать. О! Звук, блядь. Это последняя ночь перед Рождеством, поэтому ладно. Но вот эти баги со снеговиком, именно который вот это выпрыгивает без головы, мне бесит. Да, именно вот ты, который сейчас руки протаскивают. Нормально, уже нет у нас топлива. Так, а что? А, это сама... Я думал, это шарф, а не оставляет свой. Ладно, пока что... А, все, пошло. Ну, тут окно закрыто, поэтому... Уже поздно. Зараза, желтой башкой, как у меня бесит. Да, все-таки надо закрывать, потому что через двери мелкие забегают.
Сколько я буду с тобой еще сова встречаться? Прогоняет меня крылом. У тебя стоит таймер, и ты ждешь, пока это время закончится. Оно ведь долго. Хотя это последний уровень. Что я от последнего уровня хочу? Ага, сразу два окна у нас открылось. Но здесь у нас сигналки стоят, поэтому нам в основном только сюда смотреть. А здесь самолетик есть на один раз. Новый год идет. Новый год летит. Новый год летит. Чу-чу-чу-чу-чу. Почему просто не включить свет? Со светом спать. В принципе, что ему мешает? Вопрос. О! Смотрите, на дереве сидит. Угу, ебаный снеговик. О, видите, опять был звук. Но мне нужно было еще немного продержать, чтобы он растаял. А так он, типа, звук таяния есть, но он не тает. А, там у нас этот глобус с этим, с подсветкой. Я думаю, что мигает, что тухнет. О-о-о-о! Ага, дружок, давай. Слишком долго. Это что было за зеленый? За зеленый дым такой. Еп. Откуда я его мог видеть? Жесть. Я смотрю, никого нету. И тут басно. Да уж. Ладно. Время уже как летит. Последняя ночь перед Рождеством, а мы проигрываем. Jingle bell, jingle bells, does it just went? На 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 на. Снеговик с зеленым дымом. Jingles, bells. Вот это на меня сразу напрыгнуло. Ну хотя долго идет на самом деле. Но они тихие. Вот кто отсюда вылазит? Типа я вот так смотрю, а он уже здесь был, получается, сверху. На эту дверь будем всегда закрывать, потому что я не буду успевать все делать. Теперь буду наверх еще на потолок смотреть.
На олень идет. Ну! Голодный снеговик. Еще везде вот эта вода течет. Постоянно самому нужно смотреть, где враги. Потому что ты не слышишь их, потому что вода перебивает все. Плюс это место тихое, где может либо просто залезть, либо поверху полезть. Отсюда. Типа, думай сам. А, энергия еще есть. Подождем. Зараза. Я внимательный сейчас. Ой, начинается. Все, минус все звуки. Нет, 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 я не успею. Зараза. Ой. Это бред. Ладно, давайте забьем на дверь. Ну просто без двери мы меньше тратим энергии на это. Ну блин, тоже вот проблема. Был бы обычный, я бы успел. Но я просто, когда уже дверь закрыла, я уже видел то, что он голову положил. Вот это вот уже была проблема для меня. Это была и проблема. Я, в принципе, так пытаюсь быстро закрывать дверь, но все равно. Типа, мне просто удобно вот так смотреть, когда здесь два врага вылазят. Здесь хотя бы слышно более-менее. А здесь ты так сидишь и смотришь. Фу, блин. Здесь по-любому нужны батарейки использовать. Сколько, в принципе, одной энергии хватает, чтобы 5 снеговиков уничтожить.
А, так одна батарейка это половину этого только в натуре. А, нет, ну типа одна батарейка, одна шкала. Я думал, полностью заряжает. Ну, тогда это плохо. Я испугался, он крутился и на меня прыгнул. Буря самая жесткая, потому что при буре... При буре ты ни хера не слышишь. Короче. Если я сейчас просто нажму, смотрите, я нажимаю. Мой персонаж встал с кровати. Мой персонаж закрывает дверь. Я отхожу к кровати. Ладно, успел. Но все равно только 3 минуты прошло. Так, минус одна шкала. Ты идите в сраку, вы надоели. Ой, сейчас я бы дверь закрыл. Пожалуйста, давай быстрее, он уже залез. Ладно. Ну использую батарейку ебаную. В пизду. Я что, виноват, он не может батарейку использовать? Так, все, 10 секунд осталось, пожалуйста. Все, мы прошли игру. Наконец-то. О, да. В смысле, ночь шестая? Мысли, блядь, ночь шестая. Типа, подожди, 5 ночей с Фредди или 7 ночей? Я, короче, понял. Короче, давайте одна попытка. И... Блин, я не знаю. Я бы такой, чтобы, конечно, закончить. Потому что здесь слишком криво сделано ебучие батарейки.
Пока попадешь эти батарейки, уже охереешь от жизни. Я всегда вижу, как ты двери открываешь. Это сколько? Минута, да, прошла только. Ну почему ты дверь не можешь закрыть? Вот я кликаю. Вот. На тупорылую дверь. Он не хочет дверь закрывать. Вот этот снеговик нормально убивается. Здесь он херово убивается. Я выйти не могу с режима этого. Я выйти не могу с батарейкой. Короче. Иди уж нахер, сова. Поэтому мы с вами на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. На этом, скорее всего, мы и закончим игру. Но я попробую еще, я не знаю. Если получится, я выложу третью часть. И она будет конечной. А пока что это конечно. Поэтому всем пока.